Реакцию на чрезвычайные ситуации в муниципальных образованиях области сотрудники МЧС проверяли в течение недели. Командно-штабные учения проходили в Сосковском и Троснянском районах. В три этапа спасатели и представители местной администрации тренировались в оказании первой медицинской помощи, проверяли работу диспетчерских служб и пожарных частей. Мы отрабатываем задачи и ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни, к которым мы всегда должны быть готовы к ликвидации их последствий.